Ребятки, всем привет, с вами Александр, новенький у нас дракон недели, но он уже не новенький, уже, наверное, осталось ему дня 2-3, это дракон-бабочка, я не приступал к его выведению, потому что осталось всего лишь также 2 дня до конца выведения дракона очаг, а так до бабочки осталось чуть меньше, чем 3 дня. Как вывести бабочку? Это Гейгер плюс ртуть, у меня есть такие оба драконов, и мы приступим к этой комбинации. Через 2 дня. Даже меньше, чем чуть-чуть через 2 дня. Потому что у меня один день 21 час. Было 3 часа назад 24 практически часа. Получился таки легендарный дракон очаг. Один из сильнейших драконов, у которого по прокачке всех стихий при открытии, по-моему, там 81 уже сила удара. Это топчик по, ну, по силе удара, да и по стихиям. Хороший дракон. Мы его тоже, думаю, возьмем в команду. Для этого, ну, нужно копить еду, ребята, теперь нам. Нужно копить еду, получается. Ну, конечно, в идеале он команду обычную должен заменить Архангела там, потому что Архангел нужен только для замка, но пока что у нас он очень силен, это, в общем-то, не скоро сможем мы включить его в себе в команду, но тем не менее. Так, давайте принимаем ваши заявки. Так, Маскан, Дракодан, Скай, Маринка, Андрей, Блэкинг, так, Рутинг, Рутинг-Тутинг Баг, так, Герман, Дип, Безымянный, Лыджик и Котик. Всех приняли, забираем подарочки, которые нужно дарить друг другу. А все лишнее превращается в 15 тысяч монет. И вначале это просто дичайшие деньги, ребята. Вот поначалу вообще было бы классно. Сейчас, конечно, для меня, для моего уровня, это уже, ну, такое, капли. Но все равно какую-то там соточку, другую монеток, почему бы и не получить. Давайте смотреть, что у нас здесь. У меня осталась только битва с боссом, которую я, в общем-то, не выполняю практически. И мы ходим вот этим коньком. Так, информация. Морской конек. Даже не пытайтесь оседлать этого красавца. Не успеете оглянуться, как окажетесь под водой. Буль-буль-буль. Ладно, давайте погнали. Тут нам ничего страшного нет. Дракон-роллер у меня есть. Песчаный замок дракон. Интересно, его так и называют? Дракон-песчаный замок. Морской, смотрите, ракушки у него есть. Как зовут этого дракончика, ребятки? В принципе, и второго тоже. Кто знает, можете написать. Я никогда, наверное, я один круг, если проходил когда-либо в этой акции, просто, ну, это надо с будильником каждых там час 50, чтобы он звонил. Но, увы, у меня слишком загруженный график, чтобы успевать это дело делать. Так, сейчас мы уже в первой серебряной лиге. Нам нужно сейчас тут тоже немножко, наверное, повоевать. По бырику сейчас мы... 10 секунд и все готово, как говорится. Продвинемся на сотню позиций вверх. Так. Моя позиция, по-моему, вообще не изменилась после боя. Может и такое быть. Ну, потихонечку возвращаем свои позиции, как я и обещал. Поднимемся повыше. Это, в принципе, пока что вообще ничего не стоит. Не нужно даже думать, так, кого выбирать, кем сражаться. Все бои легкие идут. Ну и будут идти легкие. Пока что. Так. Вот еще за это что-то даже дают. Какие-то награды. Так, 288 место. Это хорошо. Так, Карина В против нас. Карина Вендетта. В значит Вендетта. Такой фильм когда-то был. Так, и все, в общем-то, мы тут все сделали. Так, вот тут места наши. Нет, это не те места, что я хотел. Победы 3, вот это нам дали, да? Мы получим 6 побед. Ну, такие понтовые. 12 побед за день. Ну, можно еще по 250 тысяч монеток. 250 тысяч монеток получить. Неплохо. В принципе, можешь же все это выполнить. Ну да, можно, в принципе.
Короче, есть небольшой смысл ради денежек здесь воевать. Вот я вот здесь, на 200-м месте. Мне нужно попасть в 140, да, чтобы перейти в следующую лигу. Окей. Отлично. Так, давайте сейчас вот продадим что-то лишнее. Дракон шипы. Это мы продали. Здесь, кстати, на телефоне я тоже смотрю по полчаса рекламу. Точнее, смотрю рекламу, это нам ускоряет на полчаса выведение. Так, с клановые события, ребятки, всех я уже поздравил на вкладке сообщества. Мы, в общем-то, победили. Давайте посмотрим, что у нас там, ребята, как у нас по коллекции. Так, ребята, давайте выводить серу, ё-моё. Активнее я. Так, в принципе, я тоже могу себя сейчас его поставить. Давайте выведем уже его, ё-моё. Нас в клане 50 человек, ладно, 40-50 человек. Можно по 100 штук в день, можно за 10 дней вывести этого дракона. Так что давайте поднажмем и выведем нашего дракона. Так, что он, кстати, нам даст? Приносит алмазы. Насколько приносит алмазов? Ну, ладно, можно проверить. Так, у нас сейчас снижает действующее время на 1 час. Ну, честно говоря, бесполезная особо штука. Ну, разве что выводить каких-то мелких драконов. Так, ну, кутера, смотрите, нам осталось уже немного, мы соберем кутера. Осталось 4 куска где-то нам набрести. Так, давайте смотрим, что у нас тут по событиям. Ценный игрок. Скайделс, поздравляю тебя с приобретением этого звания. Так, у нас стоит задание 3 победы на колдовской арене. Хорошо. Хорошо, мы это сделаем. Так, а что здесь новое появилось? Почему у меня значок до сих пор висит вот этот? Так, код дружбы. Давай покажу код дружбы. 5B0F59. Добавляемся. Так, у нас, по-моему, есть новый дракон на прокачку. Должен быть. Так, мы в прошлый раз прокачали дракона маску. А, я, наверное, не поставил выводиться нового дракона. Арбитр, по-моему, у нас был, да? Давайте сейчас проверим. Скорее всего, я его не поставил, потому что нужны были пустые места, чтобы выводить легендарного дракона. Но теперь, когда я его вывел, да, поставим арбитра. Но это займет, конечно, 16 часиков, ребята. Ну что ж, придется подождать. Придется подождать, ничего страшного. Ничего страшного. Ладно, давайте пойдем по традиции в колдовскую арену. Так, у меня 4 есть кусочка. Можно открыть какой-то котел прохвисионала. Ну, не шибко надо на самом деле. Давайте по кусочкам проверяем, что у нас есть. У-у-у. Нам нужны только хорошие, да? Это минимум. А мне нужно один, по-моему, да, 16 нужно, чтобы колдануть нашего ближайшего дракона. Это факела, по-моему, мы собираемся. Кого мы там собираемся колдовать? Ой, не слияние, а колдование. Нет, факел у нас уже заколдован. Архангела, либо... А на одну звезду? На одну звезду нужны обычные... Черт, я, наверное, перестарался. Да, надо было оставить обычный для очага. Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, подождите, а для очага вообще нужны... где легендарные? Сколько там каких осколков нужно? Нужно 3 треугольных нужно, да. А, ну все правильно, я же треугольные это все оставил. Фух, все нормально. Но нам нужно... Точнее, не так. Нет, треугольный я тоже переработал. Треугольный, блин, у нас их было нормально. Надо было, наверное, оставить все-таки. Ну ладно. Треугольное мы кое-как сможем насобирать. У нас все-таки... Это вам не великолепные осколки. Погнали в лигу. Так, у меня здесь 603. 15. Ну, давайте попробуем найти сразу нам противника такого на эту же... команду, мою самую слабую. Так, вот пловец.
был дракончик. Так, 17. Вот сюда мы с удовольствием пойдем и кому-то наваляем. Надерем драконью задницу, так сказать. Так, с одного удара. Это великолепно. Это главное условие победы. Так, вот не нравится мне такая штука. Давайте будем использовать запрещенный прием. Уж больно он крепкий. Крепче тигра. Хотя, подожди, я же могу тигра легко заколдовать сейчас, на самом деле. Вот чисто вот для вот этого вот события. Так. Плохо. Мы потеряем тигра все-таки. 60% мы блокировали, и, блин, не, ну мы тут слились, получилось. Дам. Ну ладно, давайте все-таки. Вдруг у него там дальше два слабых, хотя очень сомневаюсь. Ну, это такое дело рисковое. Ничего страшного. Пока что нам фартит. Да, это победа. Ну, кстати, вы там уже поставили лайкос за то, что у меня получится очаг. Я, значит, смогу его вам показать. Это будет прикольно. Сильный дракончик и неплохие стихийки у очага. Так. Окей. Ух, ну правда всех драконов мы израсходовали. Давайте берем следующих дракончиков. Да, так. И меняем вот эти вот усилялочки, зелья. Меняем на обыкновенный один удар. Погнали. Хотя надо было использовать здесь первый удар. А, нет, не надо, он умер с одного удара. Должен тоже кочуриться с одного удара. Туда же. Так, 40-й на одну звездочку без шансов. Так, а вот здесь давайте. Чтоб с одного удара. И вот так. Это победа. Еще мы какое-то задание выполнили. Может заглянуть, что у нас там за задание. Ну там, по-моему, призы понтовые, да, вот этих ежедневных заданиях. Я туда даже и не смотрю. Блин, тут надо вручную нажимать, вот это готово. Ну, это полный, это просто обман. 150 тысяч золота, ёшкин кот, это же неплохо. Потренировать одного дракона нужно. И битвы в темнице нужно провести. И нам дадут какую-то штуку. Кстати, давайте попробуем это выполнить. Мне просто интересно, никогда не выполнял вот эти вот дневные задания. Пять битв, ну это легко. Гладиатор, до свидания. Еще, знаете, что нужно глянуть? Чтобы не в холостую нам тут сражаться. Задание клана. Есть ли у нас здесь... Так, это неинтересно, это неинтересно. Нет у нас, к сожалению, нету заданий для... клановых заданий для, в общем-то, того же самого. Придется нам так посражаться. Дракончик. Инопланетянин. Чужой, да? Он чужой называется. Тот дракон. Молотоголовый.
Это Светоч, да, по-моему, был дракончик внизу. Вот это я люблю. Вот такие сражения мне очень нравятся. Раз, два, и все готово. Вот и все. Так, это четвертое. Давайте меняем наших дракошек. Так, ну не ударь лицом. Ты у нас единственный 50 уровень. Ударил лицом. Лицом в грязь, ёшкин ты кот. А как, чё ты такой крепкий, дерзкий? А чё это они выжили вдруг тут? Факел лучше справлялся. Ну, троих продемажил. Вот уже на что-то похоже. Так, это у нас четвертый бой и вот пятый. Ну, мы, конечно, сделаем все шесть. Почему бы нам не выполнить сразу это задание до конца? Так, парализовал того, кого убил. Очень интересно было. Выполнили задание, да, но нам еще нужен один бой. Механический змей. Это у нас похож на дракончика. Где это был такой? Это в Monster Legend был такой. Сенсей сидел, и вот у него был вокруг подобный дракончик. Забыл, как его зовут. Это был, по-моему, дракон воды в Monster Legend. Миллион 188 тысяч урона. И это у нас не демоны. Блин, чертики какие-то. Дракулы, точно вспомнил. Дракулы. Давайте правую откроем. Неплохая награда, 765 тысяч. Правда, я считаю, что с уровнем должна тут награда увеличиваться и увеличиваться. Потому что, как бы, миллион денег для меня это уже не деньги. На них мало что можно сделать. Так, идем сюда. Готово. И нужно потренировать одного дракона. Древний чертог, это вообще же исследовать, это же жесть-то какая. Одержите в победу в битвах с драконом воды. А что за это дают? 750 монет? Вау, вот это я разогнался, короче. Так, ну это либо получается, либо не получается. Ну, здесь такие смешные награды, они у меня висят, наверное, еще с незапамятных времен, что... Давайте попробуем снова потренировать. В прошлый раз у меня не получилось с мышки. Да, не то чтобы как бы дело в мышке. Дело в том, что я не тренирую просто так драконов. Опс. Давайте еще раз. Было рядом. Я 500 тысяч нажал. Ну и ладно, фиг с ним. Я зафейлился.
Ладно, еще 500 тысяч. Я уже миллион потратил, я заработал меньше, чем потратил. Ну, блин, насколько это легко с телефона и насколько это паршиво с компьютера. Не, давайте не будем тратить миллион. Давайте еще. Да. Не, ну вообще, печально, печально, ребята. Давайте понадоедаем. Старание и труд, все перетрут, вперед. Нет, выскочил этот гаденыш. Блин, а сколько это надо? Я что-то не помню, чтобы это было так долго. Или это зависит от уровня? Ну вот, понимаете, она вот заедает. Вот с мышкой тяжело это сделать. Потому что нужно вовремя нажимать. Ух ты, бородатая кукла. Я сейчас тут зубную эмаль свою съем. Вот, ну вот все, ты как бы промазал раз и все. И там она уже не хочет срабатывать. Ну ничего, давайте будем тренироваться, я может вырежу кусок потом. Все, два мимо. Ладно, главное не забыть вырезать. А то вы умрете со скуки. Блин, а ну вот они друг друга перекрывают и печалька. Так, ничего, тренируем дальше. Может, научусь уже с мышки как-нибудь. Вот это я шедевр только что выписал. Я так долго держался. Ладно, занимаем позицию поудобней. Я понял одну фишку. Ловить нужно их в верхней точке траектории. Вот вверху. По ним легче попасть. Если мышка срабатывает четко. Блин, я так много уже их поймал.
Ура! Попытки, наверное, с десятой. У меня это получилось. Так, неплохой такой буст. Плюс 1 000 000 здоровья. Ёшкин кот. Я вообще не помню, кто у меня был заколдован последний раз. Мы таки выполнили это задание. И что это у нас за набор такой? Какой-то китаец в горшке. Хух. Фух, иди ты в баню. Больше не буду никогда колдовать на... Так. Тренировать на компьютере все. Так, идем, делаем наше еще одно сражение, и потом на карту пойдем. Ну, давайте попробуем взять кого-нибудь сильного. Минус 14. Обычно я таких не беру. У нас все-таки плюс 1 000 000 почти туда и сюда. Блин, вообще-то надо тигра колдовать. Надо, чтобы был заколдован им тигр. Это позволит мне вот, увереннее проходить 4 боя подряд. Ту-ду-ду-ду-ту-ду! Блин, только деньги потратил на эту тренировку впустую. Ну, короче, уже кое-как понял, да. Нужно нажимать уже мышкой заранее, то есть как бы пальцем, и ловить, стараться верхней точки. Так, и вот у нас остался еще сильнейший наш дракон. Нет, ладно, факел сильнее, намного сильнее сейчас, особенно в заколдованном виде. Я думал, уже зависло. Ну, погнали. Так, Джонни Кейдж. Маленькая рысь. И император, который приносит нам победу. Но, к сожалению, то у нас будет четвертый, да? А если бы мы тигром выиграли, то был бы уже у нас военный сундук. Окей, тогда идем на карту и давайте выполним один какой-то боёчек. Вот 175-й. Попытаемся выполнить. Давайте сначала в холостую. Так, эти сосульки могут нанести огромный урон. Нельзя позволить тиранам добраться до них. Что это за сосульки тут такие? Оу-оу-оу. Слабенько, очень слабенько. Но мы все выстояли неплохо. А вот осень уже не выстояла. Ну да. Ну мы слились так. Но... Ну вот, короче, если бы не последний дракон, а еще и джин все-таки выжил. Нам только что подарили победу, ребята. Ха-ха! Так, какие милые сосульки такие, хочется подойти и потрогать. Треск. Ох, такие милые и такие хрупкие. Идем дальше, да? Да. Вот так вот. Хух, ребята, все. Мне тренировки меня утомили. Да, на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и выводите кланового дракона. Всем пока.